Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy. Сегодня мы с вами будем играть за бомжа и смотреть на его эволюцию. Смотрите, кто-то выронил кошелек. И мы, в принципе, можем его подобрать, либо же отдать обратно тому, у кого упал этот кошелек. Ребят, пишите в комментариях, как бы вы поступили. Перед просмотром обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А я даже не знаю, давайте попробуем взять. Окей, давайте возьмем его и будем спать. Я купил еду, смотрите, ребята, и полностью все съел. Ой, и собачка, смотрите, пришла. Креветка осталась, да? Мы можем покормить эту собачку, конечно. Давайте, ребят, мы дадим и покормим, чтобы у нас был дружбанчик. Во, ребята, отлично. Что это за женщина? Она просто подошла, получается, и погладила нашу собачку, да? У нас есть два варианта. Я не особо понимаю, что они значат, ребята. Поэтому давайте нажмем, например, на вот этот. На вот этот первый вариант мы нажимаем. И типа, мы ее прогоняем. Типа, иди отсюда, это наша собака, ты нам здесь не нужна. Вот в чем дело. Так, идем дальше. Видимо, мы, ребята, захотели кушать. Смотрите, лежит хот-дог. Подождать и заплатить, либо же украсть, ребят. Давайте подождем и заплатим. Мы спросили, а можно бесплатно? Он говорит, что нет, нельзя бесплатно. Поэтому, ребята, нам нужно его, видимо, украсть. Ну, давайте тогда, окей. Мы забираем. Вот так вот. Оп. И побежали. Побежали. Он такой, чего? Ты что ли украл? На тебе по головешке. Лол. Прикол. Опа. Такой же друганчик пришел, да? И поделиться с ним или нет, ребят? Как думаете? Да, поделимся. Попробуем поделиться. Он все съел и... Ого! Мы с ним даже обнялись. Так, смотрите. Мы можем вот эту тележку... мы можем украсть его, ребята, карту, которую он расплачивается. Давайте заберем. Так, окей. Блин, не надо было забирать, наверное. Ты что творишь? На тебе! Я его ударил и побежал, и забрал тележку. Серьезно? И вот такими темпами, походу, ребят, мы сейчас с вами станем супер-богачами, да? О, мусорка. Так, что там в этой мусорке? Может быть, там что-нибудь интересное находится? Давайте попробуем вот так вот нажать. Подожди, я нашел гитару, лол. Ничего себе. Смотрите, к нам подошел какой-то музыкант тоже, да? Мы с вами, значит, играли на гитаре. Сейчас к нам подошел музыкант, и он хочет присоединиться в нашу команду. В принципе, мы можем его взять, да? Ну и типа 50 на 50 делить потом деньги, да, которые нам будут подкидывать. Да, давайте так и сделаем. Давайте так и сделаем, возьмем его к себе в команду и будем играть все вместе. Нифига себе, смотрите, как тусят они, а? Как им понравилось. Так, опа-на, это что-то какое-то, смотрите, к нам Булли подошел, да? Какой-то гангстер, и он просит деньги, ребят. Отдать ему деньги, либо же, как сбежать, что ли? Давайте мы попробуем сбежать. Мы попробуем... На тебе! Ого! Я его ушатал! Нифига себе, это типа мы дали ему отпор, ребят. Офигеть. Так, окей, смотрите, мы смотрим, у нас тут палатка есть. И кто-то пришел, что ли, к нам еще, подожди-ка. Давайте скажем привет. Чего? Что здесь происходит? Что дальше? Мы можем убежать с вами, ребят, либо же найти нашу палатку. Или что-то у нас украли, в общем. Давайте заберем то, что мы имеем, и убежим. Там сумочка была, ребят. И мы сумочку подобрали и убежали. Потом опять пришли, что ли? Странно. Короче, давайте попробуем бежать. Просто тупо убегаем. Потихонечку, да? Черт, меня полиция поймала, да? Это было неправильно, ребята. Это было, к сожалению, неправильно. Ну, хорошо, давайте посмотрим, как мы поступим дальше, да? Получается, мы с вами также вот так вот
Оп, ищем, ищем. А, я не то нажал, ребята, капец. Так, ну и теперь нам надо выбрать что-то другое, да? Интересно, что же нам выиграть? А, выбрать, точнее. Вот, мы первый вариант с вами не выбирали. Мы, в общем, стоим, что-то делаем. А, забираем, убегаем. И все. В принципе, сделали почти все то же самое. И нас полиция не поймала. Странно. А, смотрите, какой-то чувачок тут стоит, да? И мы можем... Ну, давайте попробуем... Окей, давайте попробуем вот этот вариант. Подкрасться, зайти, помыться без палева я хочу. А-а-а. Ну, давайте дождемся ночи. Мы дождались ночи, танцевали там весь день, что ли. А потом, что мы с вами можем сделать? Мы можем помыться. Мы с вами моемся. Это правильный вариант, да? Да, ребята, мы просто пришли на пляж, чтобы помыться в душевой кабинке. А, что-то, ребята, знаете-ка, интересненько. Я что-то даже припоминать начинаю, как будто мы с вами когда-то это проходили. Может быть, не на этом, может быть, на втором канале. А, что выбрать, ребят? Лодка, либо же плот. Плот, короче, выбрали мы. И окей. О, акула. Что же сделать? Мы можем... Давайте камень. Нате камень. Ешь камень. О, ничего себе. Нифига себе, вы видели? Как она меня просто схватила. Ладно, давайте мы с вами также берем плот. И надо, значит, ребята, сэндвич. Надо сэндвич, смотрите. Сэндвич мы кидаем, акула съела сэндвич. И все, и уплыла, да, наелась. Наелась одним сэндвичем. Теперь нам надо с вами мы можем использовать удочку, а можем использовать трезубец. Давайте попробуем трезубцем, просто интересно. Ну-ка. Опа, реально, я что-то поймал. И не то, да. Капец, надо было реально удочку брать. Ну, иногда логичная тут как-то не очень смотрится. Окей, давайте, кстати, пока улучшим себе домик. Вот так вот себе расстелим. Вот здесь вот, типа, пожалуйста, помогите мне деньгами. О, смотри, мы с вами улучшаем все, да, вот так. Оп, лимонад. О-о-о, мы, смотрите, с вами уже построили на улице такой этот... Ну, типа, мы продаем лимонад. Подходите, покупайте у бомжа лимонад. Ну, окей. Погнали, ребята. Значит, мы с вами выбираем также плот. И потихонечку сейчас будем дальше перемещаться, да? Тут кидаем мы сэндвич. Ну, снова акули, да? И погнали. Выберем тогда правильный вариант. И выберем удочку. Окей. Сейчас мы удочкой поймали рыбку, значит, и сразу же ее съели, а? Как вам, а, ребят? Суши, да? Сразу же суши, так, хоп-хоп, и съели. Что выбрать? Смотрите, мы выберем разноцветный, либо же белый. Давайте возьмем белый. Попробуем. Ну-ка. Оп, отлично. Правильный вариант, видимо, да? О, мотор. Смотрите, мы можем взять с вами мотор, либо же фонарик. Давайте мотор возьмем. Зачем нам... А, сейчас потонет, наверное. Черт, реально потонуло, капец, надо было фонарь брать. А зачем фонарь-то, ребят, я так и не понял. Давайте мы с вами свой домик улучшим. Вот так вот. О, да, это, кстати, на максимум мы с вами прокачали. И следующее, что нас ждет, это полный дом, полноценный дом. У нас, кстати, ребят, кончилась энергия, да, мы больше с вами не можем ошибаться. И, ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть продолжение, то обязательно пишите об этом в комментарии, и мы с вами продолжим эволюцию бомжа. Всем пока-пока, ребят.